Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы разберем петлю. Вот, я расскажу о всех нюансах, покажу, как делаю я ее. У меня вот в этом образце дырка из 3 петель. Вы же выбираете ваше количество. Рекомендую на образце обязательно попробовать пуговицу, как входит, свободно, не свободно. Желательно, конечно же, потуже. Начинаем мы ее делать от кромки, от края. Если, допустим, у нас изделие, да, вот так вот деталь, вот правая полочка, да, вот эта вот планка, здесь у нас деталь, то начинаем мы петлю делать именно в этом ряду, вот, то есть со стороны планки, да, здесь планка. Так, почему так? Потому что, вот смотрите, если посмотреть на эту петельку, да, она у нас вот расположена вот как бы треугольничком, и здесь расширена немного, то есть как такая своеобразная имитация, она сама по себе так получается, своеобразная имитация как бы обычной петли, которая у нас прорезная, а здесь вот такая вот дырочка для пуговицы, да. Вот здесь вот у нас почти то же самое получается. Вот здесь вот дырочка, а здесь щелочка. Вот поэтому мы начинаем именно таким вот образом, чтобы вот эта дырочка получилась возле края планки, то есть на пуговицу пришлась. Мы вот начинаем именно так. Значит, я провязываю 5 петель, включая кромочных. Это здесь у меня так. То есть вы можете, у вас может быть 4, 5, там, допустим, 6 петель, 2 даже. Вот. Петля у меня состоит из 3 петель. Что я делаю? Я переснимаю 2 петли на правую спицу и продеваю вторую через первую. Далее переснимаю следующую петлю и снова продеваю. И третий раз делаем, то есть 3 петли и продеваю. Все, эту петлю я одеваю на левую спицу. Далее нам нужно эти петли добрать, как бы восстановить. Для этого я беру рабочую нить и хорошенечко это все дело затягиваю, вплоть до того, чтобы втянулась и вторая петля, не только первая, а немного затянулась и вторая, и держу пальцем, вот фиксирую в затянутом состоянии. Далее на палец вот таким вот образом наматываю нить. Раз, два. Теперь вожу спицу вот через эту петлю и захватываю та, которая обвита вокруг пальца. Угу. Еще раз. Вот эту петлю захватываю и затягиваю хорошенько. Вот это очень важно. Здесь хорошо затянуть, потому что вот специально вам оставила, получится вот такая вот, вот такое вот безобразие, которое нам не нужно. Вот, важно затянуть первую петлю. Далее снова наматываем. Вторая петля. То есть здесь нам нужно 3 петли восстановить, те, которые мы закрыли. И третья петля. Третья. Далее здесь продолжаем вязание. Но тоже смотрите внимательно. Вот если вы пойдете вот так вот вязать, у вас опять же образуется здесь дырка, которую нам не нужна. Мы вот эту петлю тоже хорошо затягиваем. Последнюю и первую. Вот. И далее уже вяжем. Вот это очень важно, чтобы петелька получилась аккуратненькая, тугенькая. Вот видите, здесь у меня нет пространства, я затянула, и здесь нет, я затянула. Оно появится хоть так, но все равно нам наша задача сделать максимально все, чтобы там не было нитки, протяжки. Вот, доходим до петли и провязываем. Это не, кстати, это я взяла за основу платочную вязку, вам же не обязательно. Просто уже далее вяжете по узору, резинка там у вас или что у вас там. Просто вяжите по узору. Все, петли провязали, петли, дырочки провязали по узору. И вот такая вот дырочка у нас образовалась. Все, девчонки, на сегодня все. Вот такие дырки мы сегодня связали. Такое экспресс маленькое видео, ну, маленькая полезность, да.
Вот, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.